Всем привет, друзья! Меня зовут Игроматор, и на повестке дня у нас очень интересный проект. Называется Red Hot Vengeance. Распространяется в Steam бесплатно, и очень интересно сделана игра в духе Hotline Miami. Тем, кому понравится, обязательно качайте, смотрите. Ну, а мы с вами поиграем, посмотрим. Если вам понравится первое видео из этой рубрики, из рубрики прохождения этой игры, возможно, сделаю продолжение. Поэтому сразу же ставьте палец вверх, там, подписывайтесь и тому подобное. Ну что, давайте, ребятки, начнем кампанию. Я немножко побегал, кстати, расскажу немножко о проекте. Игру занимается неизвестная какая-то студия, Индия. Я так особо не вдавался в подробности, но знаю, что команда состоит из 3 человек. И самая интересная фишка в этой игре, то что даже разработчики нанимали специального человека, который озвучивал врагов на русский язык. То есть тут все враги говорят по-русски. Сюжет я особо не вникал, потому что я особо так не понимаю английский, не особо знаю. Возможно, когда-нибудь добавят русский перевод на нашу локализацию отечественную. Ну, я думаю, что игра взорвет интернет. И я не знаю, когда она появилась, давно-недавно. Вообще, я первый раз ее увидел где-то на каком-то сайте. Рассказали про эту игру, решил попробовать, поиграть и... собственно, решил показать вам. Так что давайте начнем игру, новую игру, NavGame. Ну, туториал, да, тут мы бегаем. Вот такой вот у нас чувачок, да, в таком изометрическом стиле. Ну, 3D там, изометрия, не знаю, как это назвать. Вот, тут у нас, типа, показывает все наше управление. Сейчас мы быстренько пробежим. Очень круто сделали стрельбу. Так, стоп, перезарядить надо. То есть такая тут система, да, гильзы падают, чувак он обойму выкидывает, то есть, ну, прикольно такое. К мелочам разработчики хорошо подошли, говорят, очень много всякого оружия. Даже, смотрите, подходишь к стене, и, ну, чувачок даже анимация чувачка меняется, да, то есть, типа, как к стене пришел, ну, как возле стены стоит. Так, ну что, давайте дальше. Всех загасим, можно даже с 2 столов стрелять. Я тут немного побегал, ну, буквально там минут 5, наверное, побегал. Одно оружие видел, одно не видел. Точнее, 2 вида оружия видел, только УЗИ и пистолеты. Ну, мы сейчас с вами пробежимся. Загасим всех по-быстрому. Двери такие открываются, да? Ну, прикольно, мне нравится вот именно стиль рисовки всей этой игры. Именно прикольно такой, в черно-красных цветах, да? Ну, прикольно сделано. Так. Ну, собственно, I need details. Типа, для тебя работа, нужны детали. High profile target. That's gonna cost extra. Not high profile, bit of a family man with some friends in high places. Family man, you know I don't kill women and children. I know. We have. Короче, я так понимаю, мы за киллера какого-то играем. Aside from his guards. Traveling alone on the subway, no crowds. How high up are his friends? He's a friend of the Russians, an accountant by the name of Dmitry Chekhov. You'll find more details in the glove compartment. Ну, я понял. Короче, мы играем, видимо, за какого-то киллера. Видимо, наверное, разработчики вдохновлялись Джоном Уиком. 100%, я чувствую. Наверное, вдохновлялись все-таки Джоном Уиком. Так, что, мы пистолет можем взять, да? Возьмем 2 пистолета сразу. Так, как-то там пойдем гасить. Тут, по-моему, есть гражданские, я помню, что тут смотрел. Сначала вот их начал гасить, а это гражданские, оказывается, бегали. Вот у нас наши враги. Можно было просто его загасить вручную. Тут можно в рукопашку биться. Давайте в рукопашку пробуем забить. А, нет, там двое, не загашу их. Один тут, два. Можно цель поставить так... Так, это гражданский у нас. Что у нас тут? Туалет. Прикольно, да, туалет сделали. Я так и не понял, где моя жизнь. Вот тут аптечки есть. Я не знаю, как тут жизнь пополняется. Я что-то не вижу тут, где находится моя жизнь. Так, погнали дальше. Такая заводная музыка. Сразу же говорю, в стиле... О, меня гасят. Так, мне надо... А здесь не надо выйти, да? Тут кого-то слома... Знаете, что не хватает? Слома не хватает. А может, тут есть слома? Я не знаю.
Так, о, УЗИ, давайте УЗИ возьмем. Можно, кстати, как в Макс Пейне в третьем. Вот кто играл, в одну руку пистолет, другую УЗИ взять. Что-то он тупит. Так, а где-то там УЗИ, чувак? С УЗИ был чувак. Нет, тут с пистолетами. Можно два УЗИ взять в две руки. Во, УЗИ. Так, берем пистолет. Меняем на УЗИ. Даже анимация перезарядки, если у персонажа вообще четко сделана, классно. Разработчики вообще молодцы. О, сейчас будет жесткая фигня. Я как обычно никого... Как обычно никого не попаду. А, перезарядка. Тут, кстати, можно выключить, включить. Слышишь, чувак сказал? Да блин, не могу никого попасть, что за фигня? А, убил, гад. Вот, блин. Вот, блин, гад, убил. Давайте дальше. Ух ты, гад. Куда убежал? Не буду, наверное, УЗИ второй брать. Пускай лучше пистолет второй будет. Я так понимаю, у них патроны разные. Патроны можно брать, да? Давай возьмем. Да, классная игра, мне нравится. Вот, ребятки, я, наверное, не знаю... Сразу же оценивайте, потому что я, если честно, я попроходил бы ее именно с вами. Записал бы несколько роликов. Так. Блин. Троны кончились. Нашел его. Гад. Жестко мочит. Я не могу понять, где мое здоровье. Что-то убить там какого-то чувака надо, да? Трончики возьмем. Не, прикольно сделали, вообще круто, мне нравится. Это что? Будет интересно, когда какое-нибудь другое оружие появится. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ай-яй-яй. Я пойду там посмотрю. На заставочке даже. А, я этот чувак с усами, да? Но это точно не Джон Уик. Ну да, мы за какого-то киллера играем, видимо. Один раз умер, 25 человек. То есть надо было 20 человек убить, типа, да? Давайте дальше. New Weapon Locked УЗИ, да? Давайте дальше. Another job earlier today. Thought this was gonna be a routine infiltration. Some rich fucker pissed off the mob and was gonna pay the price. Intel says a soon-to-be dead man was waiting upstairs for me in a locked-down safe room. Ну прикольно, даже в стилистике Max Payne сделали заставочки дорисованные. Помните с первого Max Payne, типа как комиксы были, да, такие. Так, а у меня, в принципе, тоже оружие есть, не буду ничего менять, пускай меня УЗИ... А, УЗИ, подожди, у меня же УЗИ было, да? Давайте-ка... Вот, УЗИ возьмем и пистолет, во. Вот так вот, пойдем гасить всех. Так, что-то надо... Просто тупо... Никто не успел ничего сделать. Ну, уровни классно сделали, такой вот, знаете, просто офисы... Я пойду там посмотрю. Тут ничего. Да, за озвучку русскую разработчикам отдельный респект. Хоть они и враги, но все равно прикольно.
О, можно ж простреливать дверь, я что-то забыл про это. Прострел. Ай-яй-яй. Шо говорит? УЗИ, давайте УЗИ возьмем. Будем это, как в Матрице. Блин, знаете, что не хватает? Слоумо не хватает здесь. Блин, это я... Не знаю, можно ли тут слоумо или нет. Это что? Карту взяли. Прикольно. Можно выйти? Ух ты. Тут еще можно наружу выйти, прикольно. Такой стиль Hotline Miami, что-то такое с отсылкой на Джона Уика, еще что-нибудь такое, да? Так, что у нас тут дальше? Вижу его! Еще одна карта. А, ну короче, нам не на карты... На-ка тебе. На каждый этаж карту собирать, да? Прикольно. Даже он на стекле появляются дырки. Он тут не рушится, это, конечно, было бы слишком круто. А это что такое? А, это типа заставочка. Прикольно. I was expecting a typical fat businessman. But instead I had a scared little girl staring down the barrel of my gun. I was willing to do just about anything. Fuck, I killed an 18-year-old kid with a pipe wrench. But I draw the line at women and children, and my now ex-employer had just gotten two strikes here. The third was lying to me, trying to get me to rashly pull that trigger instead of hiring someone with less of a heart. I knew if we didn't get moving, she'd end up dead, so I took her back to my safe house. Короче, типа кого-то спас там, да? No death, без смертей, да? Давайте дальше посмотрим. Интересно, что там дальше. My safe house was an old apartment complex by the name of Lakeside Suites. There was nothing sweet about it, unless you would consider the smell of piss and cigarettes sweet. I left her in that room, decided to take a walk to clear my head. So, you took the girl. You know about my rule. Why hire me? Well, it was either that or hire a whole fucking team. I knew you could handle it. Are you deaf or just stupid? No women or children. I've been very clear about that. Tell you what. Waste her now, and I'll forget about this little disobedient outburst. Go to hell. Wrong call. You're fired. Чувака типа заминировали. Ну, в общем, понятно, сюжет, типа там, я не знаю. Типа я был какой-то наемный убийца, меня наняли, я там кого-то убил. В общем, они начали мстить. Я так понимаю, что-то в этом роде. В общем, ну, я не знаю, ребятки, я сразу же говорю, английский язык не сильно знаю. Как это все тут выглядит? Давайте пробежимся. У меня один пистолет только. Давайте возьмем. УЗИ, УЗИ, УЗИ. Я хочу с двумя УЗИ. А, хотя пистолет и УЗИ пускай будет, да? Перезарядимся. Когда там уже калаши пойдут? Я хочу до калашей дойти. Что-то у нас здесь зайти можно, нет? А, это просто офис какой-то. Secret found. Че, секрет нашел, что ли? Ха, прикольно. Так-так-так. Как там идти? Давай вперед. Было прикольно, если машины еще взрывались, когда стреляешь по ним. Так, это у нас гражданский, да? А, ну тут... Ой, блин, убили. Тут, видимо, уже... Тут враги уже... По-английски говорят, видимо, это сначала русская мафия была, а потом уже не русская мафия. Ну, враги не из русской мафии. Видимо, тут в некоторых местах озвучка была. Я думал, что во всех миссиях будет русские враги с русскими... С русскими словами. Да ёб РСТ, что-то они быстро меня мочат. Ну, Hotline Miami я тоже постоянно помню. Мочили постоянно. Так, давайте с двумя пистолетами.
пистолет мощнее будет и точнее. Ну давайте, идите сюда. Ух ты! О, ой-ой-ой, там чувак с УЗИ стоит, меня мочит постоянно. Чё за дичь? Патрончики. Я постараюсь все-таки пройти эту миссию сегодня. Надо с другой стороны обойти. Ага, ты не пройдешь с другой стороны. Только туда надо идти. Так, УЗИ, давай УЗИ возьмем. Ну иди сюда. Хитман. Ачивка. Ой-ой-ой. Ну давайте, идите сюда. Так, это гражданский. Ой. Так, мне надо полечиться. А, вот мое здоровье, да, мое? Блин, мне покоцали жестко. Где ты, чувак? Ну давай, иди сюда. Ой-ой-ой. Блин, прикольно, двери прострелились, это вообще круто сделали. Ай, блин, гражданский. Чуть гражданского не убил. Вот я Вася. Так, что там дальше? Кухня у нас тут, да? Мне надо аптечка. Аптечка. Ой! О, с калаша, чувак меня убил. Фак. Ладно, ребятки, мы, наверное, сейчас попробуем пройти эту миссию и будем уже, наверное, заканчивать. Сразу же ставьте палец вверх, если хотите продолжение в моем прохождении. Сделаем прохождение. Постараюсь сейчас пройти. Так. Где ты? Будем с одной яичкой ходить, не будем с двумя ходить. Тут можно, в принципе, стрелять поочередно. Давайте полечимся. Ну где вы? Можно прятаться за укрытие. Так. Иди сюда. Ты чё, у нас тут патроны для пистолета, нам не надо. Где ты, Вася? Вылазь. Там чувак с калашом стоит, блин, походу. О! А, с МП-5, а не с калашом. Давайте с МП-5 побегаем. А, ну да, у меня... одно оружие. Ну да, как в Макс Пенни, тут система такая. Наверх. Чё-то больше никого нет? Наверху они все? Давайте полечимся, сходим, да? Так. А, мне лечиться не надо, мне нормально все, да? Пойдем вперед. Так, я надеюсь, что меня там не зарегайся. А там они, наверное, уже с крутым оружием. Какой-то склад непонятно, не знаю, что за фигня. Так, аптечки, патроны. Давайте патрончика возьмем. Так, здесь никого нет. С одной обоймы всех. Так. Что там дальше? Чуть гражданского не завалил. Так. Что дальше? Куда идем дальше? Так, еще наверх надо, да? Мне надо полечиться. Давайте сбегаем, полечимся. Так, назад надо пробежать. Где-то здесь аптечка была. Вот она. А, я целый.
Пардон, ребятки. Идем вперед. Прикольно. Ой, тихо, тихо. Нервишки надо лечить. Где вы вылазьте? А что такое? Чувак умер. Сгорел кто-то. Her sides rose slowly as she gasped for air, but the lack of skin told me that she wasn't going to make it. She gazed up at me with her last working eye, in too much pain to produce a tear or cry out. I drew my gun, and with hesitation, I broke my rule. This mafia is taken from a lot of people, but my rule was all I had. Gandhi once said, An eye for an eye makes the whole world blind. But he's full of shit. I'm gonna take everything from Gino. I'm gonna come at them with red hot vengeance. Ну, прикольная, конечно, игра, ребятки. В общем, такой вот экшен у нас сегодня получился. Так что, если хотите продолжение, пишите в комментариях, если вы, конечно, досмотрели до этого момента, до конца видео. Подписывайтесь, кому интересно. Ну и я с вами прощаюсь. Все зависит от вас, будет ли продолжение прохождения этого игры на канале. Поэтому пишите, комментируйте. Ну, я с вами прощаюсь. До новых встреч, до новых видосов. Всем пока!